Так, друзья, там пока с Элькой разбираются, тут какое-то серьезное рубилово, звуки давно идут, да? Но уже я поздно пришел, уже, ох, ёханый бабай, тому не мог так нырял, чтобы было страшно. И тут стоковая Нива, почти стоковая, кроме шин, тюнинга там нету. Да. Я думал, самурай тут рубится, блин. А здесь Нива. Да. Поехал, объехал. Да, объехал, да? Да, я же видел. Мы по бровочках все проехали, по крайней праве, посредине, и все прокатили. А он увалился. И туда, и назад. Что там случилось? У Эльки что-то с рулевой там выпал, где-то вал рулевой от рейки отсоединился. Так, елки-палки. Стой, 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 Макс, подожди. Надо назад, стой. Там он полностью лег. Полностью лег серединой. Колеса в воздухе. Выйди, посмотри. Его надо назад, уже вперед тут. Или только вперед аккуратно лебедкой. Лебедкой, а вы рядом развернуться. Что там, впереди блокировка, да? Автомат. И мне надо назад пробовать. Мы новоды кусаются ужасно. И наглые. Салон тут такой шикарный просто. Теперь вправо попробовать. Да. Попробуем лебедкой. Нива просто висит. Просто висит. Так, ну там ремонт L200 идет. Сейчас посмотрим. До него достать. Так, зацепили. Держи. Вообще не. А ну пробуй еще вверх сейчас. Пробуй, да. Не. Поднял. А ну еще приподними его. Попробуй колесами, только тихонечко назад. Назад попробуй потихоньку. Приподняли немножко лебедой. Стой, стой, не копай, Женя. Не? Стой. Иди сюда, держи машину. Стой. Не можем мы удержать. Может, дальше попробовать? Пошла? Пошла, да. Очень тяжело там она просто висела в воздухе на середине. Все, есть. Двумя машинами не Шевроле Ниву вытаскиваем. Так, долили водички. Поехали. В общем, Ниву достали. Так, ребята без рулевого так и потащили, да? Да, тащат. Руля нету, просто тащат волоком. Волоком тащат. Колеса. Машина. Получается, на моменте лифта, неуправляемо. Где лифтанули кузов, получается. Там оторвало, да? Оторвало крестовину, но опять же, оторвало, потому что сломался гидроусилитель. И он сильно... И он со всей дури ее крутил в лужах во всем. И просто, я думаю, разорвало шлицы. Ну, могло, да. Там оно же алюминиевое наверняка, да? Оно на эту нагрузку не рассчитывает. Я вот сюда с прицеп дачи как нырнул, еле назад выехал на гранде, понял? На этой бы можно было. Это невероятный автомобиль. Да, это...
видишь, впереди не жесткая блокировочка, и как раз вот оно сглаживает вот эти ударную нагрузку, и уже шрусов не знаю, сколько бы я сломал за это время. Ну, даже фирменных, я думаю, что все равно поломались бы. Ну, оригинальных, я имею в виду. Так, ну, глянь, где-то утащили они. Так, а чем потащили? Унимогом? Нет. Крисом? Я говорю, он уже не тот, Паша. Не тот уже? Нет. Крис еще тот. Держится. Будем перековывать. Второй, да? Да, вторая одна пониженная. А зачем в этой машине две пониженные? Ну как зачем? Чтобы хватало понижения, чтобы не палить сцепление, чтобы можно было на стену заехать куда угодно. Любая болотоходная схема предусматривает хорошее понижение. Ну тут как бы такая она полуболотоходная, но тем не менее понижение для больших колес обязательно, чтобы не было ударной нагрузки, то есть я чтобы хватало крутящего момента в любом месте. Кусаются, да? Я сегодня вот вы это места глухие. А вот тут я понял, с прицепом только свернул, так хлоп, провалился и фаркопом зацепил землю, да, и назад еле-еле сдал. А, вот они, да? В джунглях все, видишь? Такая вообще растительность какая-то. Плотная, даже ходить сложно. Это что у нас тоже нормально. Своя магуния. Да. Сходит. Ты что, ешь? А где ты взял еду? Ого, тут у вас подготовка. Нормально, я чувствовал, что день пойдет хорошо. Так, тут оффроуд, продолжают эльку тянуть через болото. Поехали. Да, потащили тут эльку, не знаю, в этом месте. Могли и здесь. Короче, L200. Ой-ой-ой. L200 с отломанным рулем. Шлепки потерял. Оп-оп-оп. L200 с отломанным рулем. Тащат волоком. Он постоянно сдает либо назад, либо вперед, вот так вот. Водитель пытается там рулить, но все это не обвенчается успехом. Ой-ой-ой, опасно. Опасно, вот так вот просто по кучерям его тащит. Вот тут момент опасный. Но он ничего не может сделать, вот. Туда тащит. Он прям на людей, например, тащит. Оп. И потащили. Сзади команда поддержки. Опять что-то у нас. Покажи руля, как крутится. Вот так вот. Сектор приз на барабане. Да, вот такой сегодня оффроуд разнообразный. И машины, как обычно, очень разные, добавляются новые. Самурайчик на первом тесте сегодня у нас. Вот он как раз в кадре с номерами Абба. Опять пробка. Люди с собаками гуляют. Что, Паша будет тянуть? Да. Паша, это тот, который на двухэтажном?
Да, да, это который отец Павло. Чуть выше, да, оказался. А вы с собаками просто гуляете туда? Да мы, блин, пляж искали. Нашли? Да, такой пляж нашли вообще. Ух, места какие красивые, искупнуться бы. А что, что ты делаешь? Паше подцепил, я Ну конечно, конечно. Паше куда легче было бы. Все, стой, Сань. Паша видит меня через эту маленькую камеру. Оп, крест, поснимаешь? Стой, что, Паша. Это задавишь, Витю. Ну что, Сан Саныч, держишься? Молодец. Молодец. Ну что там? Очень тяжело. Паша еще убавит меня своей машиной. Так, он немного закусывает. Ну, один откручивает. Ты знаешь, если руки не оттуда растут, тогда... Да, такие, тогда такие проблемы случаются. Такие проблемы. Поехали. Паша, поехали. Уходи. Поехали, Паш. На, все, теперь картинка становится веселее, тащить легче. Но все равно, вот в это дерево есть вероятность врезаться. Между деревами тут сложно. Да. Я боком еду, он боком едет. Да, да, смотри. И закопываешься, видишь? Не, все, Паша его просто протащит. А не, вот, вот такие коряги будет ломать. Осторожно. Просто. Крис. А я побегу за ними лучше. Крис припарковался вообще. А, не, все, дальше не поеду. Слишком опасные тропы для пешехода. А, ну давай, проезжай ты. Оп-оп-оп. А, и теперь посмотри, как они не так просто. Ага. Это не так просто тащить. Да, конечно, ты что, нам надо выхватывать радиус, ты должен думать за него и за себя. Может, было бы еще хорошо. А вон там вода. Там вот вода будет искупаться. Ой. Да. Иногда есть момент, я видел, когда ты его ловишь, и прям хорошо идете, прям хорошо, потом бах, вывернулись, елки-палки. Конечно, да. Не, у него руль прикольно крутишь, как сектор приз на барабане, как поле чудес, помнишь, с Якубовичем? Ага. Как носорой. Так, прицепили там хунимогу вместо патруля. Видите, что тут творится, посмотрите. Машина едет куда-то вправо, ее подтягивают все время ровней. В общем, такая процедура. И сюда уже эвакуатор может, в принципе, доехать. Мне тащут дальше. Так, есть серьезный момент, где колесо пытается постоянно уйти вправо и ехать вот в это дерево. Дерево серьезное, объехать не можем. Давай будем пытаться, Саня. Крис!
Объехали. Объехали. Все. Просто вот эти сносили, ехали. А? Элька сносит. Ага. Элька просто сносит деревья, едет. Не, ну, правда, Гринпис этого не оценит. Мне скажут, зачем? Мало кто оценит. Мало кто оценит, да? Фух. Да, вот так мы в тянучке едем. Новую методику. Когда тянет его, у него включена задняя, и он буксует назад и жопу выравнивает туда, куда надо. Оп, выравнялись. И колеса задние, передние равняются. Очень прикольно. Я думаю, что если мы еще километр так протащим, научимся вообще без руля ездить. Сзади едет Максим на газоне, у которого нету тормозов сегодня целый день. Он приехал на оффроуд и уедет без тормозов абсолютно. Вот человек уже научился ездить и без рулевого управления. Да. А кто-то на все. Вот, грязь, оп, подтащил задом чуть-чуть. Оп, опять подтащил. Оп, класс. Такой дрифт, да, такой джиперский. Ух. То есть человек интересное существо, чему. Вот в какую ситуацию не попадет, то и обустраивается. Ух. А? Ага. Влад. Оп. Прикольно. Только дымит сильно. Оп, уехал. Лёня меня заводит. Хорош! Поехали купаться! Ну, сейчас поедем, да, выдался. Поехали купаться. Ну, конечно. Мы уже в обратную научились. Вот видишь, на заднее едет, буксует и равняется сразу автоматом. Уже научились ездить. Говорит, останавливай меня в тенечке. Классно, когда можно выбрать тенечек, не тенечек. Поехали купаться, пацаны. Надо мыться, бриться, все дела. Блин, ну я сегодня своим патроном доволен. Да. Не застрял, назад не застрял. Дай-ка его, красавчик. Ух. Это надо в голову включать, как ехать. Как ехать, да. Ну, здесь вот эти места еще более проходимые для него. Ну да, да. Доехали до дороги уже. Вот парень выдержал все это испытание. Значит, оводы их кусали всю дорогу, но они пользуются вот такими методами. Выбирают салон, блин. Миллиметры парковки. Ауч. Ну я уже наперед номер поставил. Все, дальше поехали. Купаться едем. И, ну и дальше купаться. Так, друзья, ну Элька на твердом покрытии сюда и эвакуатор может доехать.